Что может быть лучше, как заночевать с друзьями у костра на берегу реки, слушая охотничьи байки под вкусную уху? Так, не, братья мои, я главный, вот не знаю, что ты взял, я взял сало. Сало — это святое. Так. Но есть еще и для души. Вчера военные летчики с Камчатки доставили. Прям реально. Ребята... Но есть про это история. Как-то мы ныряли на сене же. И мы с Саней вылезли раньше с кочубеем, значит, их подбили. Лещей хороших таких. И что-то Сашка еще, ну, не проплыл мимо, какие-то две щучки такие, травяночки подбил, значит, все. А это третьим выходит у нас, смотрим, идет пустой кукан. И мы лещей-то прикрыли ластами, вот ровно она под ластами. Да-да-да. А этих маленьких вот положили. И говорю, Сань, ну как у тебя? Ну такой, луна. Блядь, то ли давлением прибило, говорит, ее, то ли ветер в нашу сторону, рыбы нет. Ну нет ее, и нет, откуда возьмешь, стоит. Ну если нет рыбы, то откуда ее возьмешь, стоит. Я, говорит, что у вас? Я говорю, да вот Саня, смотри, бьет. Зашел такой, поднял. Ну, кочубей, ты скоро икру начнет стрелять уже. Давайте за движение, за путешествие, открывать новые реки и места. Всего хорошего. Счастливой охоты.